Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Привет, с вами video-shopper.ru. Как и многие производители, компания Sony выпустила промежуточную уменьшенную модель телефона Sony Xperia Z1. Например, Samsung Galaxy S4 Mini – это аппарат бесконечно далек от полноразмерной Galaxy S4, и габариты – это последнее, о чем вспоминаешь, перечисляя упрощения и уменьшения. И вот это свершилось в начале 2014 года. В мир вышла новая модель смартфона Sony Xperia Z1 Compact. Внешне смартфон практически ничем не отличается от обычной Z1, но обо всем по порядку. Начнем с комплектации. В коробке с самим смартфоном нашлось зарядное устройство, кабель USB, документация и наушники. Напомню, что только в нашем магазине video-shopper.ru, в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Sony Xperia Z1 Compact – это тот же Xperia Z1, только с меньшим размером экрана. Камера, навороты, процессор и влагозащита остались без изменений. Передняя и задняя панели выполнены из ударопрочного стекла, прикрытого сверху защитной пленкой, предохраняющей стекло от царапин и сколов. Все это вместе выглядит очень стильно и дорого. А наличие металла и стекла и полное отсутствие пластмассы придает смартфону вид дорогой вещи. Аппарат очень хорошо лежит в руке. По размеру он чуть больше, чем iPhone 5s. По традиции, смартфон выпускается в нескольких цветовых решениях. Расположение разъемов такое же, как у Z1. На левом борту расположены контакты для соединения с док-станцией, разъем microUSB и слоты под сим-карту и карту памяти. С правой стороны качелька громкости, кнопка включения и кнопка запуска камеры. Верхний торец отдан под гнездо для наушников, а нижний оставлен под динамик. Что же касается звука, то тут все так же, как у любого другого современного смартфона Sony. Штатный аудиоплеер, называемый по традиции Walkman, богат на настройки и дополнительные программные улучшения звука, такие как встроенный эквалайзер с массой предустановленных значений, технологии Clear Fuzz, X-Load или виртуальное объемное звучание. Смартфон Sony Z1 Compact оснащен IPS-матрицей с диагональю 4,3 дюйма. Дисплей изготовлен по технологии Triluminus. Его разрешение 1280 на 720 точек. Показатель плотности точек на дюйм достигает значения в 342 ppi. Яркость дисплея имеет как ручную, так и автоматическую регулировку. Экран смартфона Sony Xperia Z1 Compact чувствителен к прикосновению в перчатках, а также мокрыми пальцами, благодаря чему аппарат оказывается применим практически в любой ситуации. Цвета насыщенные, углы обзора достойные. Запас яркости позволяет комфортно пользоваться смартфоном даже на 70-75% от максимума. На тыльной стороне смартфона виднеется глазок камеры со вспышкой. Гаджет оснащен мощным 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 800, работающий на частоте 2,2 ГГц. Оперативной памяти 2 ГБ. Встроенной 16. Установлено пользователю около 11 гигов. Есть поддержка карт памяти microSD объемом до 64 гигабайт. Ко всему прочему, аппарат поддерживает подключение внешних флеш-накопителей, OTG, так что файлы можно открывать и просматривать прямо с подключенной к нему через специальный переходник флешки. Поддержку в обработке графики оказывает современный видеоускоритель Adreno 330. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.3. Основная черта меню программ – широкие возможности по сортировке, выборке и работе с иконками приложений. Для работы с ними здесь имеется контекстная панель, выдвигающаяся слева боковым взмахом. Из предустановленных приложений в телефоне все почти так же, как у большинства аппаратов от Sony. Несколько онлайн-сервисов, файловый менеджер, пакет для работы с офисными документами. Нашлись также сканер QR-кодов и популярная программа для создания заметок Evernote. Телефон работает быстро и качественно, глюков и тормозов просто нет. Посмотрите, что показал тест производительности.
Xperia Z1 Compact оснащен такими же двумя модулями цифровых камер, как и Sony Xperia Z1. Фронтальная камера здесь оборудована 2-мегапиксельным модулем, основная на 20,7 мегапикселей с автофокусом и оснащенная объективом серии G с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f2.0. Обе камеры умеют снимать видео в Full HD разрешении 1080p. Расширен и набор фирменных сервисов, дополняющих стандартные возможности фотокамеры. В камере есть еще несколько любопытных дополнительных возможностей. Режим InfoIA, например, подставляет контекстную информацию к объекту в кадре с использованием технологии дополнительной реальности. В режиме Time Shift Boost камера за 2 секунды до нажатия кнопки спуска затвора делает до 61 снимка, из которых можно будет выбрать лучший. Функция Social Life позволяет загружать отснятые материалы сразу на Facebook и просматривать комментарии к ним на экране смартфона. Самым неожиданным оказалось развлекательное приложение под названием R-Effect, которое дает возможность совмещать снимки с анимацией с использованием фирменной технологии дополнительной реальности SmartR. Качество оцените по тестовому ролику. Sony Xperia Z1 Compact имеет встроенную батарею на 2300 мАч. Это не самый большой объем для смартфонных батарей, но тем не менее смартфон показал отличные результаты длительности автономной работы. Смартфон способен выдержать сутки без подзарядки. Разумеется, не стоит забывать про режим стамина, отвечающий за оптимизацию энергопотребления. Он распознает, когда вы не используете дисплей и автоматически выключает ненужные функции, сохраняя важные для вас уведомления. Как только вы нажимаете кнопку включения, все снова активируется и работает. Как и у большинства флагманов, со средствами связи у Z1 Compact все тоже в порядке. В наличии поддержка LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 и NFC. Навигация осуществляется по спутникам GPS и GLONASS. Также имеется поддержка используемых на территории России сетей 4-го поколения LTE. Кстати, только в нашем магазине video-shopper.ru в том случае, если в течение 14 дней телефон вам чем-то не понравится, мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. И еще раз напомним, что когда вы купите телефон у нас, то бесплатно получите множество игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте video-shopper.ru. Подведем итоги. Основной фишкой Sony остается пыли и влагозащита, которая позволяет полноценно использовать смартфон под водой. Ну а уменьшенные габариты и производительность станут весомым аргументом для тех, кого отпугивала лопатообразность старшей модели. Обзор подготовлен интернет-магазином video-shopper.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и следите за новыми выпусками обзоров. Всем удачи! Почему стоит покупать у video-shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше.